Всем привет, друзья! Это канал AlexGamerHand.play. Меня зовут Алекс, и мы продолжаем играть в Skyhill. Давно я не выпускал видео по ней. Ну, как давно? Не очень долго, но и не очень мало. Но игра хорошая, и давайте ее продолжать. Чем же закончится история нашего типа? Выберемся мы или нет? Или не выберемся? Но я как бы хочу выбраться из этого... Из этой высокоэтажки, 100 этажки вроде бы, да, здесь 100 этажей, да, 100 этажей. Я хочу выбраться, и чтобы наш тип как бы мог со спокойной душой остаться живым. Что у нас... А, здесь нет. Выйди. Что у нас есть? У нас есть оружие какое-нибудь то, и у нас есть халка. Но нам как бы... А что нам нужно вообще сделать? Я уже забыл, что мы в этой игре делали, что нет. Это мы слушали? Помощь так и не пришла. Я брожу по улицам уже который день. Да, это мы все слышали, читали. А, мы здесь поулучшали, мы можем сделать всякие оружия, но чтобы его сделать, нам нужно что? Нам нужно то, что у меня нету, да. Так, давайте на лифте спустимся на 61... Нет. Да, на 61 этаж. Мы здесь не все еще облазили. Что у нас есть с оружием? У нас в руках пила 11, 4 и 4, 4 и 13 и 17. Ну, а, в принципе, оружие у нас неплохое тогда, экипировано. Ну что ж. Так. Здесь давайте выберем вот это вот. И давайте брата бить вот сюда. Спасибо. Давай еще сюда. Вот. Брат готов. Так, ну что ж, давайте зайдем еще сюда, посмотрим, что здесь есть. Здесь у нас, вот, здесь у нас припасы. И, кстати, нет, да, пусто, ага, жаль. Так, спускаемся вниз. Так, здесь у нас проблемы с электричеством, да? Так, чтобы починить щиток на этом этаже, мне не хватает изолента. Но есть и другой способ. Я могу попробовать починить щиток своими силами, вдруг получится. Такой ремонт может отнять у меня много сил, да и сломать в процессе что-то могу. Стоит попробовать, да. Вот, починили, но потратили еду. Мы подключились. Так, получилось. Правда, я хотел что-то там... Давайте пожрем. Что бы такое сожрать, чтобы не травануться, как бы все нормально было? Это что у нас? Испорченная кукуруза. Нет, сожрать ее лучше нет. Американский сухпайок. Голод 30. Но ее нужно сохранить. Но давайте сожрем рыбу. У меня, в принципе... Вот эти вот... Ой, я что-то сделал. О, у меня новое достижение. Второе дыхание. Ай, блин, зря я его сделал. Второе дыхание. Не сейчас, блин. Зря я сделал, конечно, второе дыхание. Блин, очень зря. Зря. Второе дыхание нужно было бы... сделать тогда, когда у меня не хватало бы ни еды, ни воды, ничего. Блин, зря просрал, да? Вот обидно. Ну, в принципе... Так, ладно, давайте сожрем сухпайок. Кровушка-муравушка нам... Она ничего не делает, да? Просто зря, как бы. Эх, ладно. У нас есть VIP-карта, у нас есть ключ. Это все хорошо, но мы подобрали кассету. Давайте ее прослушаем. Лица моих родных стоят перед глазами. Снятся мне. Смотрят на меня из мертвых глаз мутантов. Иногда я спрашиваю себя, что если это все иллюзия? Бред сумасшедшего? Сон? А на самом деле я лежу где-нибудь в теплой кровати, в объятиях любимого человека и обливаюсь холодным потом от снящегося мне кошмара. Говорят, что лучший способ проснуться — умереть во сне. Да, чувак, и это как бы... Да, но это как бы не сон, это как бы... Это как бы пиздец. Ладно, идем дальше. Блин, зря. Жаль, что я просрал. Опа. Это что такое? Это, мать его, что такое? Я боюсь даже. Ну ладно, давай. Эх, нихера ты мочишь, да? Я еще промахнулся, ну ты дебил, нет. Так, да мы его сейчас уработаем, по-любому. Ой, промахнулся. Дебил. Не промахивайся. Эх,
Почему бы ты, монстр? Ну, как бы давай сюда еще. Так же, сладенько, да? Блин. Вот. О, мы его замочили. Хорошо. Хлебушек? Хлебушек. А чтобы нам съесть такое... А, нужно крафт. Лечение, и мы ни черта не можем сделать, да? И это плохо. А у меня ничего нет, да, мне нужно это вот, но у меня это вот нет, вот. Собака. Ладно, зайдем сюда. Блин. Как бы на. И еще раз на сюда, и ты холодный, все хорошо, водичка пусто, это плохо. Нет, зайди сюда назад, не убегай. Так, вот, монетка. Так, здесь у нас что? Эх, нет, с тобой я что-то драться не горю желанием. Ты очень страшная. Пусто, это плохо. Здесь чего? Пусто, это тоже плохо, что же все пусто. Так, пусто. Опа! А почему тратится как бы еда, как бы, если у меня есть второе дыхание, я как бы сделал. Что это за... И что мне с тобой делать, слышь? Ты что такая за хер... What the fuck, motherfucker? Так, ну, во-первых, мы по-любому это делаем. Так, крафт, еда, что мы можем сделать? Ничего мы не можем сделать. Ни черта, ни черташеньки. Блин, а как с ней бороться, этой двухметровой скотиной? Она же нас ухлестет по-любому. 120 хп, ты что, издеваешься? Да ну нахер. Эх, нихера ты так-то мочишь. Да не, да ну нахер. Мы нет, мы просто не выживем. Мы не выживем. Блин, а ее все равно нужно ведь замочить. Эх. Блин, а вот это попадос. Так, давай замочим вот этого вот. Стой. У нас ржавая монета. Так, все, больше нету. Так, давай замочим вот этого вот ублюдоша. Жирного кабана. Так, вот, типа, промах, да? Промах, дебил. Вот, хорошо попал. Давай сюда. Вот, такое более-менее. Вот еще, на, о, все. Дохленький, да? Молодец. Так. Крафт. Еда, ничего. Лечение, ничего. Оружие. Тоже ни хрена сделать не можем. Плохо. Так, где мы еще не были? Так, а мы там ту дуру замочили, которая нас хотела мочинуть на 83-м этаже. А вот этого я не помню. Так, нужно походить. А, вот мы еще здесь. А, вот мы еще здесь много кого не замочили. Или мочили. Или не мочили. Эх ты, модный такой. Да, на, получай, гнида ты крыска. Ты ж собака. А, ты промахнулся, да, ты молодец. На, получай, все, ты дохленький такой. Ви, опа. Новый уровень. Вот то, что нужно. Так, 4. Что нам прокачать? Так, во-первых, нам нужно прокачать здоровье. А здоровье это где? Это нету. А почему здесь нельзя прокачать здоровье? Так, это... шанс дополнительного хода 3,5%. Это нам, кстати, нужно. Так, сила. Шанс критического атаки. Это шанс к увороту. А это к попаданию. В принципе, все нужно. В принципе, давайте все вот так по одному прокачаем. Как бы нормально. Так, нужно что-нибудь сожрать. А чтобы что-нибудь сожрать, лучше бы что-то скрафтить. Так, ладно, пока ничего не будем делать. Так, мы тебя убили, да? Ты мертвый? Ну да, ты холодненький такой уже лежишь. И ты тоже холодненький, да? Ну да. Так. Это хорошо. А что плохо? Плохо то, что как бы я ниже-то уже пройти не могу, потому что та хероборина двухметровая какая-то инопланетянин не дает. А почему мы идем? Если мы можем поехать. Что-то я тупанул. Так, крафт.
Нужно бы что-то бы скрафтить. Мы можем сделать трубу, а зачем она нам, непонятно. VIP-комната, что мы можем? Кровать, это вот, это вот. Это вот и это вот. Так, верстак 4-го уровня. Ну, он, в принципе, нам не нужен. Нам нужна кровать 3-го уровня. Для кровати 3-го уровня нужны тряпки и провода. Давайте делаем. Так, тряпки мы сделать не можем. Это нужно найти. Вот собака. Мы можем сделать провод. Мы можем сделать провода. Мы это делаем. Так, нужна проволока, которой у меня уже нет. Собака. Так, для двери мы сможем сделать дверь. Давайте лучше сделаем дверь и кухню, наверное, всего, да. Так, другое. Нам нужно вот это. Бляха-муха. А чтобы сделать. О, мы можем сделать. Вот, хорошо. Все, больше мы не можем, и это жопа. Делаем это, делаем вот это. Эх. Угу. Химикаты. Пусть будут. Так, вот, мы можем сделать. Мы не можем сделать. Мы можем сделать. Мы можем сделать кухню. Мы можем. И все. Генератор, да. Собака. Ну давайте сделаем хотя бы кухню. Вот. У нас есть кухонька, но мы один хер ничего приготовить не можем, потому что что? Потому что у нас нету ингредиентов. Сыр, да? Сыр это какое-то. Это что? Масло, похоже на стирачку. Так, кофе. Ничего нету. А где его раздобывать, если я не могу спуститься? Это очень плохо. Это очень плохо. И что, а что мне делать дальше? Если я не могу спуститься туда вниз? Кстати, мы это читали или мы ж находили фотографии вот эти, что нам они дают? Давайте прочитаем по очереди их. Так, фотография номер один, фотография номер три, фотография номер... Так, давайте номер один. Газетная вырезка номер один. Так, жестокое убийство 5 человек, включая ребенка. Полиция предполагает, что мы имеем дело с серийным убийцей, связывая это дело с произошедшим 2 месяца назад, произошедшим, где было использовано самодельное оружие по способу изготовления, напоминающее орудие убийства. Орудие убийства. Так. Поиски преступника осложняются отсутствием явной мотивации и логики у преступника. Большинство экспертов сошлись во мнении, что в данном случае у преступника присутствует психическое... И все, больше нет. Так, это 3, это 2, вот. Так, по всей видимости, имеет связь с другим убийством, произошедшим в 20 километрах к западу от города. Молодая женщина была насмерть забита кувалдой. Однако ни следов изнасилования, ни грабежа не было найдено. Единственная камера наблюдения, установленная в этом районе, смогла заснять только смутную тень, убегавшую с места преступления. Точнее. Так, и третья фотография. Газетная вырезка номер 3. Так. Склоняюсь к тому, что либо серия убийств носила ритуальный характер, либо убийца болен серьезным психическим заболеванием. Во всех зарегистрированных случаях орудием убийства выступало некое самодельное оружие, что указывает на высокие технологические навыки преступника, а также осложняет обнаружение самого орудия. Кроме того, ни денег, ни ценности жертв не были тронуты. Журналисты уже окрестили преступника механиком. Механиком, да, но это может быть как бы и не убийца, а хреновое пойми что. Хотя, что только не может быть так, нам нужно пожрать молоко. Пьем молоко, пьем. Так, молоко попили, давайте поспим часика. Ой, а пожрать у нас есть что? Давайте часика так 3 поспим. Так, пока я спал, ничего не произошло. В моем случае это можно считать хорошей новостью. Да, можно считать, но как бы давай, жри.
Это все нужно выбросить. Выбросить, 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 выбросить. Этим мы только травмимся, и лучше мы не сделаем аж никак. Так, 61 этаж. Давайте как-то пробовать мочить эту хероборину. Не знаю, правда, как ее замочить. Ах, но нужно как-то замочить. Ведь если мы ее не замочим, не... Ох! Слышишь, а ты... Слышь, а ты такая дерзкая, да? На! Ох ты ж! Ёкалэмэне! А вот это как бы плохо. А все. А мы ничего не... А мы все равно ничего не сможем сделать. Да. А мы ничего уже не сможем сделать. Ну давайте тогда сдохнем и закончим на этом. И вот мы и померли. Не начнем сейчас новую игру. У нас открылись новые навыки. Ну что ж, мы прошли довольно много. Мы прошли где-то... Ну, мы прошли 60 этажей, в принципе, нормально. Так, сложность нормальная, конечно, больше я брать не буду. Так, здесь. Здесь у нас что? Инициатива, короче, ты же, я понимаю. Так, инициатива наказуемая. Так, вы всегда сразу бросаетесь в бой и атакуете первым, не оставляя противнику шансов собраться. Однако, опусти. Что? Однако, опусти. Это да, отхода. Так, я брал это. Булимия. Два раза меньше потребляется, но... Так, чертовы лестницы. Изобретение сатаны, только жаждущие вашей смерти. Только жаждущие вашей смерти. В лестничных пролетах вам ваш уровень снижается в два раза, однако в комнатах вы деретесь на 25% эффективнее. Это я не знаю, лучше или не лучше так. Неженка. Если вы привыкли к роскошной жизни, ваш номер лучший в городе. Начните игру с максимальными уровнями кровати и двери. Вот только ваш образ жизни аристократа Белоручки серьезно повлияет на ваши боевые качества, и вы получаете на 25% больше урона от монстров. Эх, это как бы нехорошо. Наркоман. Годы веселой тусовочной жизни и эксперименты с различными веществами не прошли для вас даром. Испорченная еда для вас не отличается от обычной, однако в голодном состоянии чудовищные ломки дают о себе знать, и вы теряете на 10 хп за ход. Ой-ой, это как бы есть свои плюсы и минусы. Так, это да. Здесь. В основном подготовились к это мы читали, это было. Здесь что? Аптечка из вашего номера хоть и мала, но ополняет себе вам... Ага. Это что? Внезапное озарение, и вот вы практически из ничего делаете улучшение для вашей базы. Ага. А здесь что? А целая куча просмотренных вами шпионских боевиков не прошло даром. Теперь вы весьма сносный взломщик, способный открыть любую дверь. О, блин, даже не знаю, что выбрать. Блин. Давайте попробуем выбрать наркомана и вот боевика. Посмотрим. Попробуем. Нет, так нет, поменяем. Просто испорченной еды попадается больше, чем это мы все видели. Просто испорченной еды попадается больше, чем здоровой, и как бы, ну, мы можем жрать как здоровый, как и испорченную еду. Как бы это более выгодно, чем тот же тифозник или что-то, что он типа может не жрать, и ему типа будет лучше, но как бы лучше жрать все подряд, чем вообще ничего не жрать. Так, и в принципе мы сможем открывать любую дверь, это нам тоже как бы поможет. Не нужно искать ключи разные. Так, маркетер я позволю. А, ну это все, да, это все. Так, вниз, идем вниз. Это все мы читали. Налево идем, налево.
Нож. Так, это все мы знаем. Берем нож сюда. Да. Так, идем сюда, сходим. Пусто. Это плохо, что пусто. Так. Так, пусто. Блин, что ж пусто? Это плохо. Так, так, надеюсь, это пригодится. Ну, как бы, да, пригодится со временем. Так, кухонный нож. Давай тебе в башку зарежем. Вот, и по туловищу. Нет, еще живешь, да? Ты гандон. Промах. Ты дебил, попади. Да что же это такое-то? Блин, плохо. Так, у нас есть VIP. VIP-карты. Пусто, пусто, все пусто. Это все плохо, что очень пусто, что все пусто. Так, этим. Что бы с этим сделать? Ой! Еще здесь есть что-то. Пусто. Вот, аптека, вот хорошо. В принципе, нормально. Еще один. Так, тебе мы мочим в голову. Попадаем. Это хорошо. Потом мочим еще раз голову. И тебя этим убиваем. Хорошо. Так, кухонный нож. Два кухонных ножа. И рис. Давай сожрем. Так, здесь. Во, рис еще. И это пусто. Это очень плохо, что все пусто. Так, здесь чего? Здесь. Вот, рыбка. Еще раз рыбка. Рыбку сейчас пожарем, покушаем. Так, рыбка, давай, жри. И рис, а это мука, давай, нет, рыбу просто, давай, жри. Готовь, все равно мы ничего сейчас не можем и не сможем, потому что мы не улучшали, нету рецептов, в принципе, ничего. И, да и где-то, так давай. Так, все, починили. Здесь у нас чего? Так, да, промах. Ну ты дебил или нет? Давай, попадай. Вот, дополнительный вход. Вот, вообще хорошо. Ой, очень плохо. Да, да ты попади по нём, дебилушка, кусок. Вот, нормалёк. Так, пусто, пусто. Почему пусто? Блин, опять все. Чтобы прокачать. Во-первых, это что? Где дополнительный ход? Вот шанс дополнительного хода, а здесь... кувороту, в принципе, и то нужно, ну, качаем силу, вот это, и шанс, да, блин, в принципе, вот так, качаем, и все. Все нужно, и все одновременно нужно. Ох ты же это. Ой, блядь, что-то мне стрёмно. Выйди нахуй сюда, что-то стрёмно. Лопнула лампочка, включил телек, и здесь что-то мигает, как бы намек, что здесь что-то неладно, но здесь ничего. Но здесь ничего не происходит, ладно. Ничего не происходит, так ничего не происходит, ладно. Так. Ты, да, на промах, да? Дебил, попади. Молодец. Давай еще раз, давай, я в тебя верю. Вот, молодец, красавец, давай. Вот, ах, ты ж красавчик мой. Так, пусто, жаль. Еще один, так, пошел ты нахер. Здесь что? Здесь ничего, ладно. Тебя мы оставим на потом, братан. Здесь у нас чего? Здесь телефон лежит, да? Так, открываем. Так. Классный чувак ты, у нас тусовка намечается, ты приглашен, 89 этаж, если ты забыл. Хорошо, мы придем, но, как всегда, там будет очень, походу, стрёмный чувак, которого мы вряд ли замочим, а может и замочим. 89 этаж, да? Ну что ж, ну давай попробуем спуститься, мое оружие, что там. Так, промах. Дебил. И он смылся, конечно же. Так, пусто, плохо. Так, сломали. Зачем? Не понимаю. Так, ты. Ну, ладно, давай замочим. Так. Вот, еще раз. Промах. Плохо. Давай. Ай, не то.
Да какой я промах, ты что, дебил? 98% или сколько, и он умудряется промахиваться. Как? Да слышишь, да иди ты нахер, кто так делает? На, сожри-ка. Жри. Аптеку тратить не будем. Так, здесь чего? А это что такое? А, лук. Лук. Так, с луком можно будет что-то сделать. Стой, 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 в принципе. Блин, да ладно. Пусто, пусто. Почему все пусто? Ты что? Так, что мы можем скрафтить? Что нам нужно? Для молотка? Так, тесак. Это вот, это вот, это вот. В принципе, я могу это сделать. Или это. Посмотрим, где урон побольше. Вот здесь. Нам нужен молот... А, нет, молоток, блин. И это все закрыто, чтобы это все нужно вип-комнату улучшить. Да, блин, жаль, жаль, жаль. Так, ну молоток. Для молотка нужна изолента и вот эта вот фигня. Вот эту вот фигню нужно сделать, а изоленту мы только в домашних условиях, да, жаль. Ладно, спускаемся пока вниз. Так, починить. Давай. Починили, потратили все, что было. Так, труба. Вот. Труба сколько? 1,8. Уже больше, чем кухонный нож. Берем сюда. Идем сюда. Так, здесь чего? Рыбка. Вот. Рыбка, клубничка. Так, кушаем рыбку, кушаем клубничку. 5 здоровья. 155. 50. Давай вот это. На всякий случай, чтобы лишний раз не подыхать. Так. Ну и хана тебе, брат. Там. Промах! Ты дебил, попади, вот. Давай еще раз. Да почему ты промазываешь? Ну ты дебил, тебя... Тебя хотят убить, а ты не можешь попасть. Ты не дебил. Реально, дебил какой-то, не человек. Неадекватный. Так, бро. Что такое? Жаль, но самое интересное ты пропустил. Ничего, еще, наверное... А, еще наверстаем, бро. Блин. Самое интересное я пропустил. Так, а что же я мог... А, 89-е. Как раз 89-е, но... Я все пропустил. А как я мог все пропустить? А как, мать его, я мог все пропустить? Вы чего меня дурите? Ребята, ну вы шо? Ну вы чё? Ну ё? Ладно. Так, чтобы... Так, давай качаем все по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Так, ты меня напрягаешь. Мочи. Промах. Дебил. Мочи. Попал. Молодец. Все равно дебил, конечно, но молодец. Попал. Хорошо. Промах. Дебил. Ты дебил. Попади. Молодец. Так, у меня нет мелочи. А почему у тебя? Да вы задолбали, блин, если честно. Здесь ничего нет. А ты кто такой вообще? Сколько у тебя хп? 25, но ты какой... А. Ты какой-то в броне? Или чего? Да как? Да... Ты дебила кусок. Кстати, новый уровень. Так. Эти силы прокачаем и дополнительного хода. Корону от быстрого оружия. Ловкости оружия. Шанс к вороту и попадание. Так, и скорость давай качаем. Так. Блин, бесит. И давай сюда. Так, давай еще в голову. Давай, попал. За сколько у тебя житок? И убежал, ах ты ж крыса. Ну ладно. Здесь чего, пусто. Плохо, что пусто. Очень плохо. Ой, нет, братан, ты это вот. Не хочу я к тебе, ты больной человек. И полная хпшка у тебя, да? Вот так нечестно, бро. Корм для животных. Жри давай. Покушали и хорошо. Так. И
Эх, да почему? Ну, кто так делает? Ну, почему ты убегаешь? Вот кто так делает, а? Насрал, насрал и убежал. Падла. Так, испорченная вышня, а мы можем ее сажать, да? О, да, и нам ничего плохого не делается. Так, бинты, кстати, крафт. Лечение. Вот, я могу сделать это что? Противоядие от отравлений. Крафт, пусть будет. Хотя... Зачем? Ладно, так. Так, крафт. Лечение. Для этого, что для этого? Так. Чтобы сделать, нужны вот это вот и вот это вот. Ага. Ладно, в принципе, потом еще найдем где-нибудь, может быть, когда-то. Вот так. Чтобы не возвращаться туда, я не хочу. Так, мы потеряли тонну. Да сколько в тебе ХП? Я ж тебя мочил, по-моему. Промах. Плохо, что промах. Вот плохо, что он промазывает, а когда попадает, так на... Мало бьет. Что ж ты будешь делать-то? Кофе. Это что за мать его только что было? Я же обкакался. Падальщик. Фух. Вот окно разбил. Вот такого, кстати, не было. Фух, я аж объелся немножко. Вот это было внезапно. Фух, мать его. Стрёмно. Да блин, да сколько вас здесь? Ни одного толком убить не могу. Да попади ты по нём, дебила, кусок ты. Ты что? Нет, ну ты дебил, да? Дел ни разу не попал. Ключ какой-то получил. Зачем? Тогда я хоть тебя домочу. Козлина. Так, дай, да. Так, вот, хорошо. Что мы получили там? Записку какую-то, да? Записка на салфетке, вот. Так, записка на салфетке. Когда я выберусь отсюда, первым делом заварю себе чашку отличного крепкого кофе. Тогда, чтобы... такого, чтобы аж глаза заслезились. Куплю самых лучших зерен. Поставлю турку на огонь. Господь всемогущий, как же мне не хватает кофе. У меня есть кофе. Чувак, ты где? Я тебе дам кофе. Так, у меня есть сип, но пока что мы не возвращаться не будем. Нужно замочить вот этого вот козла. Что мы и делаем. У нас есть монетка, мы ее потратим, возьмем. Это, стой, 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 я поднял. Так. Мочи и этого козла. Вот, хорошо. Здесь чего? Понятно. Здесь чего? Здесь нормально, ничего. Вот аптечка. Ох, как хорошо. Так. Мы здесь еще не все обыскали. Вот грибы. Будем видеть красивые сны с грибами. Здесь чего? Здесь ничего. Я предлагаю еще спуститься немножко. Так, давайте еще спустимся. Здесь вот эта вот тварина. Давайте ее замочим. Ну, промах. Молодец. Сильный удар. Вот это реально уже молодец. Вот. Просто супер. Так, сыр, вот. Так, нет, ты пошел нахер. Так, а здесь чего? Здесь палка, пусто. Так, спустимся. К нему мы вернемся попозже. Так, вот это мы давай сделаем. Вот здесь мы давай сожрем. В принципе, давай жрать все протухшее, ведь мы можем жрать его, и нам ничего плохого не будет. Еда, мы можем скрафтить. Мы можем скрафтить аж целых ничего. Хлеб, но у нас нету хлеба. Где бы его найти? Так, стой, войди, 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 войди. Так, ничего. Вот, генератор. С генератором мы можем сделать четвертый уровень чего-то там, не помню чего. Так, здесь чего? Здесь ничего. Так, а здесь? Здесь пусто. Давайте спустимся еще пониже. Так, стой. Нужно пожрать. Ешь кофе, хильни.
Сыра сожри, грибов сожри, лука сожри, вот нормалек. Этого мочи, промах. Понятно. Зря старался. Ключ. У меня есть ключ, но они как бы мне не нужны. Ключи. Так, монстр, да? Чтоб тебя собака мать. Так, и давай, вот. Почему ты, блин, осталось 0,3%, что не мог его замочить до конца, что ли? Так, здесь чего? Так, опа, опа, все пусто. Это все плохо, что пусто. Ни еды, ни воды, ничего. Блин, опять ты. Так. Промах. Ай-яй-яй, плохо. Давай, попади, попади. Вот, молодец. Фу, хорошо. Так, ладно. Здесь чего? Здесь, ну, попадись хоть что-то полезное. Нож. Охереть полезная штука. Так, тряпки пусто. Блин, все плохо. Блин. Так, 100. 80, 10, это 50, давай. Вот так. Бухнем. Игру хоть слышно, слышно? Да, вроде должно быть слышно. Так, давай. Сильный удар, вот, хорошо. Ну вот смылся, вот крыса, да, а? Вот крыса. Так, здесь... Фух, вот это стрёмно, что это такое? Кто-то бьет окна. Зачем? Да, войди ты в комнату, подними то, что лежит на поле. Вот, молодец. Кто-то бьет окна, только я не могу понять, зачем и кому это нужно. Если... Не пойму, не понимаю, короче. Давай. Да блин, да как? Да мочи. Да почему ты, крыса, сматываешься? Вот козлина. Даже бесит. Крыса паршивая. Эх, спасибо. Ох, еще раз спасибо. Так, пусто, да? Так, ладно, давайте поднимемся к себе. Посмотрим, тихо, посмотрим, что мы можем скрафтить. Ничего. А, мы можем скрафтить вот это, но она как бы нам особо погоды не поменяет. Мы можем скрафтить молоток, что мы сейчас, наверное, и сделаем. С еды мы не можем сделать ничего. Жаль, конечно, лечение. Лечение мы тоже ничего не можем сделать, хотя, может быть, сможем. Так, VIP-комната. Давайте сделаем первым делом кровать. Вторым делом дверь, чтобы кровать. Для кровати что нужно? Для кровати нужна изолента. Крафт. Все, кровать сделали. Для этого нужны гвозди. Делаем гвозди. Вот. Крафт. Чтобы как бы не помереть ненароком, не хочется помереть во сне. Что обычно всегда бывает. Так. Пожрать бы. Да, поспать бы. Так, жри, жри, жри. Рыбу оставим на потом. Давай поспим. Поспим мы, давай, часика 3. Так, перед сном я решил перетряхнуть рюкзак от скопившейся пыли и крошек. Каково же было мое удивление, когда, собрав все объедки в кучу, я понял, что тут вполне хватит на приличный ужин. Но очень вкусно, но весьма сытно вышло. Не очень вкусно, но весьма сытно вышло. Вот. А, вот это хорошо, кстати. Еда не этого. Не потратилась, а даже прибавилась. Немного. Ну, точнее, на 10 убавилась только. Хотя должна была убавиться на 30 или на 40. Это очень хорошо. Ну что ж, ребята, давайте, наверное, на этом закончим и в следующем видео продолжим выживать в Skyhill, наше незабываемое выживание, и постараемся в какой-то там серии выбраться из этого все-таки особняка. Ну что ж, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока, ребята. До новых встреч. So